Кино на ТВ-РУС. Извини, не могу говорить, я на совещание перезвоню. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Счет, пожалуйста. Вы ведь ничего не съели. Я сегодня видела, как мой муж встретился с женщиной, которая красивее и моложе меня. Верю. Скажи, ты мной гордишься? Я видела его женщиной. Я не знаю, что мне делать. Я бы хотела поговорить с Антоном. Он официантом работает. Да? Это Вера. Привет. Читай мне стихи. Я люблю тебя. Я дура. Тебя не нужно было сюда приглашать. Ты когда приедешь? Мы тут задерживаемся. Ты уж там дождись меня, хорошо? Первый привет! Приехал мой муж. Ты что, меня бросаешь? Вы любите моего мужа? Да. Вы с мужем хорошо живете? Что вы имеете в виду? Ну, там измены, связи на стороне. Что? Вы изменяли мужу? Нет. Лучше бы его насмерть сбили. Любовь Толкалина, Никита Зверев и Станислав Бондаренко в фильме «Поцелуй судьбы» в воскресенье на ТВ-РУС.